Когда мой вернулся, Романович написал в WhatsApp: Леха, поздравляю, поработаем. Ну, поработаем, говорит. Всех. Доброе утро. Как? Нормально. Здорово, Шан. Как это? Я огонь. А у нас будет, как его? Лео, наверное. Да. Нет, к сожалению. Жалко. Лео он больше. Он был такой потешный, он был такой веселый. Конечно. А где? Куда делся? Он в Италию уехал. Все, вас покинул? Скажите, психиатр, есть у вас какие-то жалобы? Все ли он? Травма была бы спрашивать, была это, но видимо была в детстве. Просто таки вырос. Ни в обмороке не падали. Все, не сломайте. Сломайте. Пока обувь, потому что вы босиком здесь ходите, молодой человек. Полных лет? 16. А пошустрей? Я уже все. Так точно. Полностью снял штанишки. Вы же говорите сейчас обувь. Я поэтому переживал, что как же, я всегда обычно тут, давила. Ты на площадке такой же? Да. Ля-ля, обувь вверх. Трусы тебе, тоже? Штаны сниму. А штаны? А трусы? Стриптиз мне не нужен. Я уже прошла через это. Я просто забыть не могу. С Филиппом было весело. Помните? Спасибо. Подождите. Подождите. Удачный кадр. Да. Живо не снимаем, но в этом бардак. Да там не видно же будет издалека. Там ничего не увидит. Так, все хорошо. На камеру, да, сказали? Спасибо. Все, да? Не надо снимать. Сколько вам лет? 10. Ладно, хорошо, 25, да? Да. Будет, Сань. Ты видишь, уже не выйдет. Зачем тебя тогда держат в кармане, вообще не понимаю. Я вот спрашиваю тренера, зачем я не пил вчера. Ты в прошлый раз дышал 7 литров. Пил, не пил, меня это не волнует. Давай. Я вставляю в рот, вдыхаю, выдыхаю. Да, да, да. Давай. Максимально глубокий вдох. Вдох, вдох. Еще, еще. И до конца, до конца, до конца. Ты так надышал, даже аппарат не хочет реагировать на твою дыхалку, дорогой. Вдох, вдох, вдох. А если меньше надышишь, будешь еще дышать, пока 7 литров в ней не надышишь. Давай курит кто-то внизу. Забянин у нас развернулся круто. Да, да. Уснули наш Татарин. Тоже что-то очень прыткий. Прыткий. Все, метро делают. Я знаю, да, он метро. А, все, да? Потом, да. Хорошо. Алексей. А фамилия? Спросили, как бы это было. Видно нас? Вернулись. Я с кубинцем подружился. Вот. И ром. Он тебя угощал только ромом. Ну. Мечтатель. Ну, твое счастье. Твое счастье, что на 50 единиц надышал больше. К концу жизни у меня будет литров 15. Дай бог, чтобы 7 осталось. 15. Меня поэтому и держат в команде. Я только для съемок нужен. Я блогер начинаю. Да, буду известнее, чем Амиран. Я что-то смешное сказал. Каждый день снимаю просто себя. Да ладно, ты неси, все нормально будет. Че ты? Ладно, Вася. Все, Все хорошо. Ладно, я не буду отвлекать, помню, потом плохой результат будет, тренер его ругать будет. Я давно хотел к вам попасть. Скучал целый год. Да ладно, а я как скучал. Вот видите. Давай, ну мы с вами сошлись, да? Конечно. Здравствуйте, Алексей. Здорово. Кроме того, что скучали, жалобы есть? Жалобы? Вроде нет. Я парень из отпуска, но я состараюсь. А, так все боятся, думаешь, ты один, что ли, такой? Так, полных лет скажи, пожалуйста. 99, да? Сколько говорю. Тебе лет, молодой человек? А, 30 мне уже, я старый. А мне тогда что говори? Ты старый. 30 лет. Ума нет.
Я этого не говорила. Это же я сказал. 196, что вы вставать-то? Это же я не расту. У меня нет данных. У меня нет данных. 1.97 7, подрос. Давай по новой вставай. Давай уточни. 7-7, хорошо, я только рад. Так, сильно-сильно жму на глазки. Открывайте. Руки к вам. Вот покажите. Язычок. Так, тут у нас плюс 92 будет. Видите? Как фамилия? Сур, мочусь. Ну, Пашка, как будто... Так, да. Воротник, да, плечи, рукава посюда надо и сшить. Костюм с отливом и бьял. Это же из этого, из фильма. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Автомашину куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялту. Ну давай посмотрим, что ты надышишь. После вчерашней гулянки. Я не гулял вчера. Серьезно? Да. Слушай внимательно. Трубочку плотно обхватываешь губами. Неправильно. Все. Я понял. Вдох. И до конца. Все. А вот теперь силу твою проверим. На вытянутую руку. Ага. Крутой мальчик, 62. Ничего, слышу. Давай, все. Алга, комсомол. Давай. Не молите, заставили раздеваться и дышать. Я же не знала, что у меня такой кабинет. За 7 лет представляешь, сколько я раздела? Да, представляю. Так, мне сказали, у тебя два роста, 2.18, да? Да. А у меня 2.15. Я как тебя могу видеть? Ну, линейку вот. Сверху. Ну, давай. Тут не фотографируйте, а? Я только чуть-чуть. Я только видел. Выходи. Так, правильно, 218. Да. Все, наклонись. Ну так, спасибо, все. Все. Прямо на фоне тебя прям ощущаешь себя лилипутом. А теперь глубокий вдох. И до конца выдох. Выдох. У тебя 8 литров точно должно быть, дорогой мой. 7,5 считай литров. Очень хорошо. Просто сказали, по всему кабинету. Нет, когда вы туда приедете? Все, до завтра. С вами снова я, Крот. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании.